Катя, любимая моя, ты знаешь, как сильно я тебя люблю, как сильно я ждал этого дня, когда я тебя наконец-то заберу. И я тебе обещал и обещаю, что это будет самый лучший день в твоей жизни. Человека есть дни, которые особенно бережно хранит память. Сегодня у вас такой день. Перед государственной регистрацией я прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободным, взаимным и искренним. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Сегодня, 17 августа 2019 года, во дворце бракосочетания города Томска ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. 1